В прошлый раз, неделю назад, мы говорили об американском летчике Фрэнсисе Пауэрсе. Его сбили советские ПВО 1 мая 60-го года над Уралом, а чуть позже, через полтора года, Пауэрса обменяли тоже на разведчика, только советского, Рудольфа Авеля. Ну, потом были другие обмены, например, обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Да, чилийский коммунист, мы его поменяли на ныне здравствующего Владимира Буковского. Почему в американском фильме нет еще одной сцены? Как Пауэрса 10 февраля 1962 года меняли в Берлине на мосту Глинике, там, где проходила граница между Германской Демократической Республикой и Федеративной Германией. Странно, вообще действительно, конечно, ничего в этом криминального не было, наоборот, они. Слушайте, у нас был фильм «Мертвый сезон», где эта сцена обмена, только о Пауэрсе, там речи не было в фильме, естественно. Как меняют нашего разведчика на американского летчика. Фамилия Пауэрс не называлась. Опять-таки, может быть, они психологически рассуждают так, что... Американцы. Покажем сейчас, что вот мы меняем, и будут не так бояться попасть в плен. То есть опять есть подтекст, вы да, считаете? Да, да. Надо дать должное. Так оно и было. Почему? И чем? Рудольф Абель был так дорог нашей стране. Почему именно Рудольфа Абеля поменяли на Пауэрса? Абель и Конан Молоды, более известны у нас, как Гордон Лонсдейл, ставший прототипом к фильму «Мертвый сезон». Во многом. Во многом. И придумано тоже. Не все. Конечно, не все. Не придумано прикрытие, что Молоды действительно работал под крышей торговца автоматами игровыми. То, как это было показано в фильме «Герой Бенни Онис». Он молодый. Я с ним консультировался. Он был консультантом фильма? Константин Трофимович Мафилов. Это он. Вот это да. Это он. Я не знал этого. Простите меня, ради бога. Но придумано, дописано много? Много. 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 Никакой там нет игры. И актерской игры. Или что. Прекрасный человек. Очень умный. И это мне было интересно. И он, я не видел там патриотизма в его... Рассказываем. Ну, как будто бы делали работу. И как же Молодый реагировал на съемки, вот на вас, которые вы как-то... Да, а мы хорошо от него дружили. Какая больше вам нравится лошадь? Черная или белая? Серая. Какое странное имя. Конан. Кто он по национальности? Поляк? Нет, русский. Но по-польски говорил очень хорошо. Наверное, по легенде было положено хорошо говорить по-польски. Итак, исходим... Из предположения, что в городе находится один западногерманский разведчик и один русский. Готов согласиться, мистер. Конан Трофимович Молоды. Из того, что известно официально, он проник в святая святых, в секреты военно-морского флота Великобритании. У него даже хранились ключи от его сейфа. И вдруг этот сейф оказывается пустым, как гнилой орех. По легенде, он был бизнесменом, причем весьма успешным. Какой имел бизнес? Музыкальный аппарат, как и в фильме «Мертвый сезон». Кстати говоря, он получил золотую медаль на одной из выставок в Бельгии. За музыку? Да, за эти автоматы. Великолепное прикрытие у него было. А агентура у него была очень сильная. Очень сильная. Секретные документы. Записки профессора О'Рейли. Дневники. Но, разумеется, это говорит только вам. Я не делал героического кинематографа, а человеческого. Зато меня сняли с роли, вы знаете об этом. Половина картины снялся, меня сняли с роли. Потому что я не герой. Разве герой так герой? Ну, а герой это подождите, с какой советский разведчик такого внешности, как я, должен быть красивый, во-первых, чтобы высокий, стройный, в глазах его там, знаете. Вот тогда советский. Разведчик. А на экране кого я не видят? Разве советского разведчика мне сказали? Это черт знает, может быть, какой американский разведчик может быть. Не только, не советский. Кто может полюбить такого? И сняли вас. Меня сняли. К сожалению, один из агентов был завербован помощник военно-морского атташе Великобритании в Москве Джон Рассел на компрометирующий основ. Он был гомосексуалист. В те времена и в Англии это не приветствовалось. К сожалению, об этой вербовке знал также и Галиневский, и Голицын знал, и Насенко знали.
Все шпионы? Да, вот эти предатели. А Насенко? Насенко был ответственным сотрудником 2-го главного управления контрразведки Советского Союза. Да. И сын бывшего министра судостроения СССР при Сталине. И оказался предателем Насенко. Да, сбежал в Женеве во время переговоров на разоружение. И выдал Рассела? Выдал в том числе и Рассела. То есть он знал, что поймали на парня? Да. То есть Рассел работал на Советский Союз просто из страха разоблачения? Да, да, на компрометирующей своих, основе. Своих обидных слабостей. И этот человек был в штабе военно-морских сил. И он выдал Молодого. Сначала британская разведка взяла в разработку и Рассела после всех этих наводок, которые получили от предателей. Взяли в разработку и других связных. Молодого. Да. А потом уже вышли на него. Правильно я понимаю, что Конан Трофимович Молодый, он Конан, не Константин. Конан. По паспорту. Проник в ядерные секреты английского флота. Никогда нет разведчика, который узнает только что-то уникальное, чего никто другой не знает. То есть всегда комплекс? Естественно. Любая информация должна подтверждаться из нескольких источников. Только тогда им можно верить. Он проник в основные секреты ядерной составляющей военно-морского флота. И плюс работал по бактериологическому оружию. То есть он гениально все организовывал? Нелегальный резидент, как правило, очень гениально организовывает, если он успешный резидент. Но сдал его все-таки кто? Или каждый по чуть-чуть говорил, что знал, что вот есть такой? Сдал Галиневский. Это Галиневский конкретно сдал. Сотрудник. Не Насенко. Галиневский сотрудник польской разведки. То есть тоже это как сбежал раз перебежчик, да, на Запад. И он что-то чуть-чуть знал. Но они не знали эту фамилию Молодой. Они знали, что есть человек в Лондоне, это раз. Во-вторых, они выдали концы с вербовкой Рассела. Фамилию знает только куратор. Интересно, а были такие агенты наши, особо важные для государства, чьи имена не знал, допустим, даже Шаваршин, начальник разведки? Я же вам сказал, что знает только куратор. А куратор — это тот, кто непосредственно ведет сотрудника. То есть куратор знает, но это низовой состав, как бы, не генеральский. Это не генеральский состав, но это человек, который непосредственно работает. То есть может быть такое, что куратор знает, а начальник разведки не знает? А начальник не знает. А бывало так, что и куратор не знал, кого вел, а знал, допустим, только руководитель государства, генеральный секретарь, особая папа. Вот генеральный секретарь не знал. Даже когда Георгу Андреевичу Вартаняну присвоили звание Героя Советского Союза, ему присваивали под чужим именем. Нелегала знают только люди, которые с ним непосредственно работают. С Вартаняном, когда ему присвоили звание Героя Советского Союза, подписан был указ Брежнева. Под другой фамилией, да. То есть фамилии Вартаняна в указе Брежнева? Не было. Брежнев награждал псевдоним? Да. Вот я 55 лет прожил, а не знал, что были такие указы генерального секретаря о наградах, куда не вписывались подлинные имена разведчиков. Это меня поразило. Сейчас вернемся к Конану Молодому, к его подвигу. А это всегда было? Всегда было? Дзержинского пошло. Я понимаю, что это секретный указ не для печати. Но даже в указе, а как-то потом докажешь, что это указ про тебя, так вот, грубо говоря. Ведь мы знаем, тоже Вартанян, он, когда дело коснулось его пенсии, то он не мог даже из архива получить абсолютно свое личное дело. Абсолютно верно. Я знал эту историю, мне Георг Андреевич рассказывал, уже когда он вернулся окончательно, 47 лет нелегалы, Георг Вартанян, Игар Леонна, ныне здравствующая его супруга, 47 лет нелегал, работали по всему миру. Столько лет пробыл на нелегальной работе, где приказывали, там и работал. В том числе и в качестве резидента, и ведь не провалился. Рекорд нелегальной работы. Потрясающе, конечно, да. У меня судьба сложилась как-то не как у всех разведчиков. Семья большая была, 6 человек у нас было, мать, отец и 4, значит, детей, 2 сестры, 2 брата. Отец был связан с внешней разведкой, а я 6-летним мальчишкой был. Постепенно, когда я подрастал, я видел, что отец чем-то занимается таким серьезным делом, постепенно я начал понимать, что он разведчик. То есть вы догадались? Я догадался. И когда мне стало еще не полных 16 лет, я тоже связал свою судьбу с нашей внешней разведкой, и вот до сих пор. Отец предложил?
Отец не предложил, но отец воспитывал в этом духе нас всех. В духе любви к родине, патриотизма прививал. И вы уже были там, в Иране? И мы уже были в Иране, как ираноподанные. Брежнев спросил, неужели он сам один это все сделал, когда ему было в представлении указано. Но ответ был такой, нет, не один, с женой. Гара Леоновна тогда получила орден Красного Знамени. Гара Леоновна была на нашем вечере, юбилейном, мы пригласили ее на сцену. Меня поразило, что она приехала на вечер с охраной. Охрана внешней разведки, и это был не один сотрудник. Казалось бы, да, 47 лет нелегал, но это было не вчера уже. Георгий Андреевич ушел от нас 2 года назад. Но вы знаете, охрана... Ходит с охраной. Здесь. Охрана могла быть от журналистов. А что сделала эта семья, неизвестно до сих пор в полном объеме? Да не то, что в полном объеме. Вообще есть определенная трагедия этой семьи, такая нравственная. Человек сделал великие дела, за которые получил звание Героя Советского Союза. В разведке очень мало героев Советского Союза. Вартанян был героем. Первый, который при жизни получил. И вот человек, который ничего не мог о себе рассказать, кроме Тегерана. Цель немцев была убить Рузвельта? В основном всю тройку убрать. Сталин, Рузвельт, да. Но Рузвельта первые целились на него, потому что их посольство американское находилось на окраине Тегерана. Поэтому Сталин предложил ему, чтобы он поселился в наше советское посольство. Скажите, пожалуйста, фактически вы и тегеранская резидентура спасли жизнь Иосифу Сталину? Безусловно. Уинстону Черчиллю и Франклину Делано? Безусловно. В этом никакого сомнения. Спасло то, что наше посольство находилось через улицу с английским посольством. И когда Рузвельта поселили в советское посольство... А Черчилль был недоволен? Черчилль недоволен был. Тем более Рузвельт всегда относился получше к нам. И когда он поселился в нашем посольстве, там пробили, значит, стену в нашем посольстве и в английском, натянули высокие 6-метровые брезентовые проходы, и они спокойно общались. Конечно, там несколько кругов была защита, и зенитки ставили, и пулеметы ставили, солдаты. Скажите, почему Канарис сам приехал в Тегеран? Им стало известно, что будет в Тегеране проходить конференция. И они тоже. Они знали заранее? Они знали. За сколько? За месяц? За... Это я не могу сказать. И Канарис приехал убивать? Приехал посмотреть, обстановка какая. Для этого Скорцини был нацелен. Но Скорцини тоже побывал до этого, но после он не приехал. Почему? Он не приехал, потому что мы разоблачили их. Потому что первый десант, который высадили, это были радисты, 6 человек. Они на окраине Тегерана, это недалеко, 70 километров, город Кум. И оттуда они уже начали перебираться в Тегеран и окопались там, где их агентура подготовила им виллу. В Тегеране его роль оказалась чуть ли не решающей. Спас жизнь. Лично. Георг Сталин. Вартанян. Жизнь да. Большой тройки. Сталин, да. Рузвельту и Черчиллю. Да. В составе группы Ивана Ивановича Гаянца. Даже когда была внучка Черчилля, она благодарила. Поклонилась Георгу Андреевичу. При мне это было... Именно Георг Андреевич. Вот. И BBC роскошный фильм сделали о Вартаняне. Да. Потом и мы стали снимать, наконец. А возник у вас соблазн убить Канариса Тегеране? Начальника разведки? Нет, таких заданий нам не ставили. А если бы была такая задача, было бы это сделать? Если бы была задача, наверное, бы сделали. Но нам такой задачи не ставили. Именно Скорцени должен был убивать Сталина? Да. Задание ему было поставлено. Потому что, когда мы установили этот десант, где он окопался, они связались с Берлином, и они должны были подготовить плацдарм для следующего десанта террористов во главе с Скорцени, которые должны были провести вот эту операцию. Что помешало немцам? Мы эту группу арестовали, радистов, уже вместе с англичанами, и заставили работать под нашим колпаком с Берлином. Они передали Берлин, что они работают под колпаком, так? Ну, а наши это пропустили, чтобы они передать. Мы заинтересованы были, чтобы Берлин знал, что они засыпались. Потому что если бы послали второй десант, то, конечно, потери были бы с двух сторон. Все равно бы их
отловили бы всех, так? Но и мы бы понесли потери, а так без потерь обошлось. Эти парни, тегеранская резидентура, могли все. Они правда могли все. Я только добавлю, что Георгу Вартаняну в тот год было 19 лет. Его роль как разведчика, он как раз и дал сведения о том, что Отто Скорсени будет со своими эсэсовскими... Откуда зайдет? Бойцами, да, пройдет через вот эти подземные казематы. Они заходят через подземные коммуникации. Да, три снайпера было, два пулеметчика было. То есть десант с воздуха, как вот Муссолини с Корсини захватывал, он не планировался в Тегеране. Нет. Подземные коммуникации. Через коммуникации. И как раз пацаны Вартаняна, они увидели, что эсэсовцы начали скапливаться на подземных коммуникациях. Вот этих труб. У этих труб, да. Они просто преградили путь. То есть бои шли под землей. И мало этого, они сами взорвали те подходы, к зданию, звоните к резиденции Сталина. Они просто обрушили. А по другим они начали вышибать. Здесь вода стекает с гор специальными каналами, которые протекают под всем городом. Местные жители называют эти каналы канатами. И вот подобные канаты есть и под английским посольством. Еще один фильм о наших разведчиках. «Тегеран-43», как раз вот о тех событиях тегеранских только. Авторы фильма, драматург Шатров Михаил Филиппович, придумали все от начала до конца. Шатров ничего не знал о Вартаняне, собственно, и знать не мог. Вартанян был тогда под секретом. Все придумано. В фильме «Тегеран-43», кроме факта самой конференции, Сталин, Рузвельт, Черчилль и вербовки иранских, и не только иранских граждан. Сколько же людей тогда было завербовано? Там несколько десятков я завербовал. А за свою жизнь? Я не считал, правда. Очень много. Но раньше вербовал на идейном основе, пока в Тегеране находились, а потом уже, когда мы были далеко, и на Западе, и на Дальнем Востоке, тогда вербовали уже по-другому. За деньги? За деньги, на других, на доверительных основах. Смотря как. Но это сотни людей. Ну, я не считаю, сколько было, но достаточно много. Это из-за того, что он не может рассказать все, что было потом. Даже сейчас, когда прошли годы, об этом будет совершенно неизвестно. И в той стране, откуда он уехал. А уехал он после присвоения звания Героя Советского Союза. А из какой страны? Мы будем считать, что я не знаю. Вот. Вартанян работал по всему миру. Да. И ни одного провала. Да. Полвека нелегал он и Гаар Ливонна. Да. И вот так работала эта семья. У Абеля провал, об этом речь впереди. Поэтому молодый был. Их все знают. Обычно ведь знают каких разведчиков, провалившихся. И вот Георг Андреевич мне сказал, там, где я жил. То есть в той стране, откуда он потом уехал уже навсегда обратно в Россию. До сих пор на дверях квартиры висит моя табличка. Фантастика. Потому закрытая что я квартира. Просто уехал там куда-то. Приходили письма моим друзьям. Потом письма все меньше стали приходить. Но люди, ну, не обращают внимания, квартира оплачена, квартира есть. До сих пор оплачена? Да, до сих пор оплачена. И, кстати, присвоение звания Героя Советского Союза Георгу Андреевичу послужило причиной его возвращения в СССР. Он сказал, что, дорогие друзья, в указе есть фамилия, что я армянин. Все. Иногда этого может быть достаточно. То Деневский... есть указ невольно закончил да. профессионально, ну как бы карьеру. Да, карьеру, да, ну возраст, там, учитывая другие обстоятельства. И Вартанян вернулся в Москву. Так могли бы подождать год-другой, не награждать. Ну, значит, можно было. Там тоже люди понимают. Но как он мне говорил, что я сказал, все, ребята, мне присвоили звание, значит, пора возвращаться. Иначе это станет известно, могут найти. Указ о звезде героя, вот задумаемся, да, указ о присвоении звания Героя Советского Союза стал причиной, что супруги Вартанян закончили свою профессиональную карьеру. Потому что хоть и псевдоним был в указе, но армянский псевдоним. В указе Брежнева псевдоним, неважно чей, Вартаняна, Козлова, Блейка, указ не публикуется. Блейк тоже был награжден орденом Ленина, когда уже, естественно, оказался у нас молодой. Но разведчик говорит, армянская диаспора заинтересуется, что это армянин какой-то где-то работает.
мне нужно возвращаться в Советский Союз. Не только много. Перестраховки. Избыточно много перестраховки. То есть это все-таки всего лишь перестраховка. И несмотря на то, что... Можно было не армянский псевдоним ставить в указе, а грузинский какой-нибудь, да, еврейский, или что угодно. Но поставили армянский. Поэтому Вартанян сторонился армянской диаспоры. Я его спросил, говорю, а вот как? Вы слушай, ну если бы я появился в армянской диаспоре, через полгода мне бы сказали... Что я советский разведчик, что я учился там. То есть у армян у диаспоры свои какие-то каналы информации. Да, он в церковь в армянскую приходил, но он был бизнесмен, он был очень занят, поэтому, к сожалению, как он говорил, я вот... Не имел времени встретиться. Не могу, ребята, извините, я вот... То есть он не пользовался исключительными возможностями армянской диаспоры. Я думаю, в какой степени на генетическом уровне передается вот этот страх за то, что ты скажешь лишнее. На генетическом уровне? На генетическом, потому что уже несколько поколений разведчиков пострадали. От случайного слова пострадали, такое тоже? Абсолютно. Или от наветов тоже такое бывало. Кто-то что-то услышал, зацепился, завистников-то много. Ну, клевета просто. Да, клевета. Там, за границей, нелегалы тоже завидовали, просто обычные граждане еще как. Но я должен вас заверить, что наша разведка, она была одна из самых сильных разведок в мире. Я думаю, она и до сих пор осталась. Почему? До сих пор? Да. Почему? Ну, ясно, что, вы знаете, разведки есть легальные и нелегальные разведки. Легальная разведка – это те, которые сотрудники посольства, или Торпресс, или других фирм. Ну, там под прикрытием, естественно, как мы, так и они то же самое делали. Там выводили людей. Но эти люди, они находились под колпаком постоянно. Им гораздо труднее было работать. И все равно они работали и вербовали. А мы нелегалы. Нас-то не знает никто. Мы одни из их становимся. Мы едем туда, мы уже иностранцы. Ты становишься один из них. Тебя они установить не могут. Если ты не допустишь ошибки, нелегала... Ни одна разведка не может установить. Да, если предательство будет, тут никуда не уйдешь. Как наши многие нелегалы попались только из-за того, что их предали. А бдительность терять нельзя. Да, нельзя без конца проверяться или так думать, что вокруг тебя крутится, за тобой следят, так ты можешь и шизофреником стать, так, постепенно. Если начнется у тебя мания преследования. Но если ты не будешь терять бдительность, ты обязательно увидишь суету вокруг себя. Тем более, когда у тебя хорошее окружение, хорошие связи, нейтральные, которых ты не используешь в целях разведки, а просто они, ну как друзья, мы же дружим, да, с людьми. Когда у тебя такие вот связи хорошие, они сами тебя предупреждают. Говорят, вот там из полиции приходили, вами интересовались. Мы дали самую хорошую характеристику и там подобное. Ты уже чувствуешь, даже если ты не заметил, ты уже, значит, знаешь, что тут вокруг тебя какая-то суета начала. Просто иногда спецслужбы иностранцев берут несколько человек и их проверяют. Ну, пару недель за тобой ходят. Они могут у тебя нелегальный обыск на квартиры провести. Но ты всегда так складываешь вещи, что знаешь, что кто это уже был в твоей квартире. Ну, пусть копается. Ты ничего такого не оставляешь, оставляешь то, что тебе надо, чтобы они знали. Пусть знают. Предатели все, предатели говорили о том, что они предают своих товарищей, разведчиков, наших разведчиков, потому что борются с тоталитарным режимом. Все одно и то же, начиная с конца 20-х годов. Меняются только фамилии тех, которые они пытались олицетворять с тоталитарным режимом. Вот тогда был Сталин, потом Хрущев, потом Брежнев. И Молодый, и Абель никого не выдавали. Нет. И Блейк никого. Никого. Намертво стояли. Намертво стояли. Это были люди кремень. Их вычислили и активно стали искать, когда мы неожиданно изготовили бомбу. Атомную бомбу. Атомную, да. Бомбу. Никто же не спрашивает, обили ли их на допросах. Вот как их допрашивали? Конана Молодого, Абеля, Блейка. О Блейке рассказ впереди, о его вкладе. Ныне здравствующий Джордж Блейк. Здесь, в России, я использую с самого начала имя и отчество Георгий Иванович. Как их допрашивали? Пытали ли их? Ведь никто не спрашивает. Применялись различные методы ослабления сознания, ослабления воли. Это уже... Психотропные? Психотропные, психологические. Вот здесь пытались, да. И
Абель и Молодый координировали деятельность нашей нелегальной резидентуры, через которую разведка получила огромный объем крайне ценной информации. Это была информация и из британского адмиралтейства, потому что в числе агентуры был личный помощник командующего военно-морскими силами. За деньги они? Конечно. Шпионили? Эти за деньги, но были, безусловно, и добровольные помощники, искренние. Всегда наша разведка в советские годы делала все, чтобы разведчика, которого или выдали подонки-перебежчики, или у которого просто был завал, он оказался в тюрьме, в любой стране. Мы ведь делали все, мы, Советский Чтобы Союз. Чтобы вытащить. Побеги устраивали. Да. Был случай, мне рассказывал Георг Д'Артаньян. Я смею сказать, мы были в очень теплых отношениях. Подводная лодка ждала в океане. Подводная лодка советская. Беглецов из американской тюрьмы. И не одна подводная лодка, а две. Вторая была на случай боя. Мы всегда вытаскивали своих разведчиков. Старались это делать. По крайней... И очень успешно. Да, успешно. Кого ждала подводная лодка? Но это вы сейчас говорите о добровольном помощнике Абеля. Настоящее имя Вильям Фишер. Что же сделал Абель для Советского Союза? Почему именно Абеля, не Блейка? Он уже сидел в английской тюрьме, наш разведчик. Джордж Блейк, мы его видели на экране. И не Конана Молодого. Его обменяют позже. Почему именно Абеля поменяли на сбитого под Свердловском Фрэнсиса Пауэрса? Что конкретно он сделал, к сожалению, не рассекречен до сих пор. Он, в частности, работал со знаменитыми супругами Моррис и Леонтиной Коэн. Это означает, что он был причастен к работе по атомной тематике. Супруги Коэны, они тоже сидели в Англии. Задача ставилась, как-то их оттуда вызволить. Но они отсидели полный срок. Это пара замечательных наших нелегалов, которым, слава богу, дали звезды героя. Примаков постарался в 90-е годы. Это звезды нашего атомного шпионажа. Кстати, они работали как с Абелем, так и с Молодым. Конана Молодого поменяли на... Вин. Свиник Пеньковского. Как понять, почему в фильме «Мертвый сезон», где как бы угадывается что-то, не было, конечно, никакого отравляющего газа. Который немцы решили передать американцам, чтобы вновь на ком-то поиздеваться, это, конечно, тоже была агитка того времени. А разведшкола все вот это придумано? Ну, разведшколы, конечно, не было. Ну, вот обмен. «Мертвый сезон», мы показываем эти кадры, как меняют кого? Пауэрса. Он назван американским летчиком. Актер, еще раз, даже внешне похож на Пауэрса, сбитого под Екатеринбургом. Мы много рассказывали о Пауэрсе в нашей последней программе. Меня поразила его судьба. Никто не знал, что Пауэрс падал 10 километров в обнимку с крылом. Задача была отснять полигон Байконур и отснять ядерные объекты в районе Свердловска. То есть 1 мая 60-го года, сейчас весь маршрут его проследим, он взлетает на базе в Пешаваре, проходит на территории Афганистана и территории Советского Союза. Пауэрс был очень опытный летчик-разведчик. Почему он был не ВВС, а Центральное разведывательное управление. Он почувствовал хлопок и не стал катапультироваться, потому что он сообразил, катапульта спроектирована так, что летчик, прыгая с высоты 20 тысяч метров от территории противника, не сможет живым достичь земли. Американцы запрограммировали уничтожение летчика в случае катапультирования. Американцы сами заложили. Да. То есть катапульту сделали... Но в воздухе летчик погибает, чтобы не достаться живым. Да. А американские летчики это знали. Догадались. Подлянка такая. Катапульта есть, но она тебя и взорвет сама. Да. И как же он бросался из самолета, загоревшегося Пауэрса? Он нештатным способом, то есть открыл фонарь. На оставшееся крыло были... Да. Смелость какая? 20 тысяч метров высота. У него высотный костюм был. Как же его не сдуло с крыла-то на такой высоте? А он не вставал практически на крыло, он прыгнул. Дождался, когда опустится самолет на 10 километров над землей и прыгнул с парашютом. Да, и попал в руки колхозника. 10 километров в обнимку с крыла. Ну, высота-то колоссальная была. 22 километра на этой высоте его сбили. Хрущев. Падение было жуткое. Оценил мужество Пауэрса Хрущев, прошедший войну. Письмо Хрущева, задумаемся, отцу Пауэрса, Оливеру Пауэрсу в Лос-Анджелес. Я получил ваше письмо с просьбой передать вашему сыну записку от его матери.
В вашем письме вы сообщили, что к нему приложена записка, однако по какой-то причине в конверте ее не оказалось. «Я должен сообщить вам», – продолжает Хрущев, – «вашего сына будут судить по законам Советского Союза. Закон есть закон, я не в состоянии вмешиваться в дела, находящиеся в полной компетенции суда. И если вы желаете приехать в Советский Союз, чтобы увидеть сына, я готов помочь вам в этом деле». Никита Хрущев. И меняли Пауэрса на мосту Глиники, рассоединяющий Потсдам и Берлин. По мосту проходила государственная граница между Германией демократической и федеративной. На Рудольфа Абеля. Мы уже называли сегодня это имя, но подлинное имя Вильям Фишер. Вильям Генрихович. При том, что как бы прототипом героя Баниониса, еще раз скажем, был Конан Молодый. Почему же не показали обмен Молодого на Вина? Да. Это ведь тоже это был обмен. Пеньковского был, да. Связник предателя Пеньковского. Британский агент, который приезжал для встречи с Пеньковским, когда он в очередной раз приехал в Советский Союз, его не стали задерживать на территории Советского Союза, отпустили в Венгрию, венгерские товарищи его задержали и переправили в Советский Почему Союз. Почему так сложно? Сами ну не так, захотели. По оперативным соображениям было выгоднее. Если останется время, мы будем говорить сегодня о Пеньковском. О том, кто же на самом деле сдал Пеньковского Хрущеву. Кто выдал полковника Пеньковского, офицера, который так близок был, в частности, к маршалу Варенцову. Да. Причем все это произошло в разгар... Он ведь был его денщиком, известно, во время войны. Да. Чуть позже об этом, если останется время. Но почему все-таки не показали подлинный обмен Молодого, как это было, на Гревилла Уина? Из-за Пеньковского? Вы знаете, нет. Я думаю, что здесь вообще информация, которую имел сценарист, да, она была неполной. Что-то ему дали, что-то не дали ему. Они как бы сложили воедино. Две судьбы. Судьбу Абеля. Молодого, судьбу Абеля. И сделали такую агитку. Хоть и художественно очень здорово преподнесена была. А поскольку Банионис действительно на героя разведчика, Штирлица, даже внешне не тянул Банионис, он немножко другой такой, да? Молодой тоже чем был не проходил? Герой. У него была такая довольно неказистая Хорошо, внешность. Соединяют разные судьбы в одном фильме, но при этом Конан Молодый под своим именем консультирует фильм. Консультирует фильм, да. Он человек, о подвиге которого ничего не известно, он под секретом, да? Он сам при этом... Публично дает советы, как полковник внешней разведки. И Абель выступает в предисловии, да, к фильму? А Абель делает предисловие к фильму. Чудно, согласен. Меня попросили сказать несколько слов перед этой картиной. Я выступаю в роль необычной для меня, потому что люди моей профессии привыкли больше слушать и меньше говорить. Но тема этой картины... волнует меня и моих товарищей. Я объясню, почему еще для спецслужбы крайне важно вернуть провалившегося своего сотрудника на родину. Потому что это имеет колоссальный и психологический эффект. Для всех. Ведь главная претензия, которую предъявляет к Вадиму Бакатину за то, что он передал американцам схему прослушивающих устройств в их посольстве, не в том, что он раскрыл секрет. Это как раз, на мой взгляд, самое несущественное. Гораздо важнее то, что он подал сигнал. Начиная с этого момента, сотрудники тогдашней госбезопасности перестали на какой-то период времени вербовать людей, потому что добровольно сотрудничать с Лубянкой никто не соглашался. Они говорили, мы сейчас с вами начнем работать, а завтра вы нас дадите так же, как схему прослушивания в американском посольстве. Точка, но Бакатин никаких схем не сдавал. А что? Они все, американцы, знали и без Бакатина. Когда я был назначен участвовать при похоронах комитета госбезопасности, должен был приехать Бейкер в страну. Это 91 год. Они обнаружили жучки в нашем строящемся здании. И бросили его строить, и подняли там международный скандал. Здание, которое в Москве. Конгресс принял решение $300 миллионов на строительство нового здания, а это здание сломать со всеми жучками. Ну, я спросил, что это за система. Это давно уже устаревшая, поскольку проектировалась в 60-каком-то году. Мало того, она была нами же выдернута, все, что только можно выдернуть, спрятать было выдернуто и спрятано. Никакого оперативного интереса она не представляет, технического тоже, потому что у американцев, это, говорит, они впереди на все ножки. В результате им тоже схему
Пускай они видят, что мы их не обманывали. Горбачев поддержал, Ельцин поддержал, Козырев поддержал. То есть американцы уже все знали и про жучки, и где они находятся. Они знали уже 9 лет об этом, потому что это было 9 лет, они знали уже все эти жучки. То есть никакой ценности ваша информация не имела, они все знали и так. Конечно, да. Эта история поднята для того, чтобы травить Бакатина, которого травят уже 20 лет с лишним. Почему? Потому что он якобы разрушил КГБ. Хотя все КГБисты, те, которые в то время работали, сейчас процветают. А я болезней всяких нахватал. Мы очень много не знаем. На самом деле, что происходило? Да, к сожалению, очень многие вещи... Только сейчас выясняется. Только сейчас выясняется. А почему только сейчас? Ну, я это знаю. Вы знаете. Но, к сожалению, это... Есть общая точка зрения. Бакатин предатель. А как же предатель, когда его фактически заставили это сделать раз, а во-вторых, это все уже было известно до его предательства. В чем предательство? Это все известно. Прежде чем отдать документы, он все это согласовал. Да. Горбачев, Ельцин, тогда президент России. Бакатин, как минимум, он согласовал свои действия с Горбачевым. Это как правда. По-другому. Ну, я вновь повторюсь. Претензия к Бакатину не в том, да, что он психологический удар был очень сильный. Известный анекдот советской поры, когда мужик с телефона автомата звонит и говорит, КГБ, плохо работаете, кидает трубку, а сзади его стучат и говорят, ну как умеем, так и работаем. Каждый был свято уверен в том, что у КГБ возможности безграничны, что любой человек, который рядом с тобой находится, в любой момент окажется агентом, внедренцем, кем угодно. То есть казалось, что руки Лубянки, они везде. О чем говорить, если Владимир Владимирович Путин пришел работать в КГБ под влиянием фильма «Щит и меч». Фильмов о разведке тогда было раз-два и обчелся. Никто не знал, что такое Абель, что такое Молодый, как они работали. А псевдоним Абеля в Америке? Эмиль Голдфус. Он как раз курировал в основном вопросы атомного шпионажа. В английском городе Портоне, в канадском Саффилде, имеются лаборатории, в которых хранятся возбудители самых страшных эпидемий, которые когда-либо поражали человечество. Нелегальная резидентура первая была вот с Абелем, да, которая вела этот шпионаж. Абель работал в Соединенных Штатах. Звезды абсолютные тогда работали, типа вот Игнасия Райса, Александра Орлова, да, кстати, это шеф был Абеля. Абель радистом был у Орлова. Это было еще при Сталине, до войны. И его отозвали именно потому, что Орлова вызвали в Москву. Тот понял, что его непременно расстреляют, и ушел за кордон. А за что должны были его расстрелять? Ой, да там надуманные, как да. всегда. Обвинения. В 37-м они его отзывали, Орлова. В 38-м отозвали Абеля. Его уволили из разведки. Уволили? Да. Вот это я не знал. За что? Подозрения были? Конечно, он был связан с Орловым. Его могли запросто расстрелять, если бы не было письма Сталину от Орлова. Орлов написал, не трогайте меня за рубежом и моих близких. И тогда я никого не выдам. И он слово сдержал. И Сталин сдержал Орлова, свое слово. Не стали убивать. Он решил, что эта сделка хорошая. Устраивало его. Орлов был очень знающий человек. Он мог нанести существенный ущерб. Я поражаюсь, а как письма до Сталина доходили? Ничего себе, да? Орлов, который предатель, ну, уже сбежал. Уж разведка знала, как это сделать. И как же вернули Абеля в разведку? Война вернула, как и всегда. Как и Шарак вернули. Туполев тот же, Королев. Так и Абель вернулся в разведку. У него уйма талантов была. Вот он был прекрасный радист, он был замечательный художник, он был чудесный музыкант. И занимался атомными секретами Америки. Бомбой. Это начало 50-х годов. А в Америке много было наших нелегальных резидентур? Знаете, я задавал как-то этот вопрос опытным людям, знающим. Резидентуры были в разных странах. Атомные. Специализирующиеся на бомбе. Да, исключительно. Канада, Англия и Соединенные Штаты. Чуть ли не 400. От 3 до 400. В Америке? В Америке. То есть в каждом крупном городе... Сеть была колоссальная. Сеть наших... Мы еще точно масштабы того атомного шпионажа не знаем. Сколько же это тогда человек-то получается, если несколько сотен резидентур? Поймите только правильно. Это не значит, что мы туда заслали 300 шпионов. Ну, в том числе и те, кто... Наши резидентуры и легальные, и нелегальные были не слишком многочисленны. Но
инициативников или тех, кто был завербован, тогда было много. Война играла свою роль. Мы тогда для многих людей были союзниками в борьбе с фашизмом. В Соединенных Штатах Америки я встретился с одним американским офицером из форта Детрика и военно-химической лаборатории, которая там существует. Абель был арестован в 1957 году. Его выдал предатель-связник Вик Хейханен. Он был 5 лет на связи. И вдруг выдал? Вышел из-под контроля, спился, растратил оперативные деньги. Пропил? Да. Имея такого разведчика, неужели другого связника не могли подобрать? И когда его вызвали в Москву, потому что Абель настаивал убрать его, пьет человек, опасен становится, так сказать, и прочее. Москва его вызвала, он с большим трудом согласился поехать. Вылетел он в Европу, в Париже, сообщил, что прилетел, и в тот же день заявился в американское посольство. То есть Хейхен понимал, что в Москве его... Видимо, почувствовал, что... И выдал Абеля. Да. За тобой наружка ходит, ты их замечаешь. Но вид делаешь, что ты их не замечаешь. Некоторые спецслужбы применяют и такую тактику. Они нахально начинают за тобой ходить, чтобы посмотреть твою реакцию. Ну, раз нахально ходишь, ты как-то должен среагировать, так, если ты нормальный человек. Значит, когда ты видишь, что они нахально себя ведут, ты подходишь к первому же полицейскому и говоришь, вот эти вот лица за мной уже 20 заходят, жулики они, бандиты, проверьте их документы, их лишь все. Они, значит, так думают, разведчик бы этого не сделал. А раз нормальный человек, он подошел. Ну, конечно, он подошел за помощью. Да. А разведчик нормальный, это их уловки, понимаете? Просто не надо попадаться на их вот сети, которые расставляют. А Блейк? Что сделал для России Джордж Блейк? Еще один наш разведчик, живая легенда. Джордж Блейк. Уильям Бехар. Уильям Бехар – это подлинное имя? Да. А Блейк – это... Ну, он в свое время изменил, еще будучи за границей. Это еще до его работы в МИ-6? До МИ-6. МИ-6 – английская разведка, где советский разведчик Джордж Блейк, а он сам предложил внешней разведке свои услуги как разведчик в начале 50-х годов, где Блейк, задумаемся, поднялся до таких чинов, что вел наш разведчик все советское направление, то есть всю работу английской разведки против СССР и стран Варшавского договора. И выдавал английских шпионов нам. Да, свыше 400 человек. 400 человек? Да. Он назвал 400 имен? Да, да. Те, кто работал в СССР против Советского Союза? 400 человек агентов английской разведки. И англичане не могли Блейка вычислить? Такие провалы. 400 человек. И это не только в Советском Союзе. В Восточной Европе. В Восточной Европе. 400 человек агентов британской разведки. Самым ценным его вкладом является разоблачение знаменитого туннеля. Что это был за туннель? Этот туннель был из западного сектора Берлина в сторону восточного сектора. Сколько метров? Примерно с полкилометра. Метро такое построили? Да, включая пакгаус, в котором находились непосредственно технические устройства. Кому пришла в голову эта идея рыть туннель? Между западным Берлином, да, и восточным? Да, между западным и восточным. Демократически. Это, по-моему, резиденту американскому пришла такая идея. Он куда тянулся? К каким зданиям? Он тянулся к линиям связи военной администрации группы советских войск в Германии, к линиям связи представительства КГБ в ГДР. То есть они имели возможность перехватывать любые материалы и в результате могли сделать колоссальные выводы из такой информации, потому что это бесценная информация. Никто меня не шантажировал, никто меня не подвергал меня пытками. Я совершенно добровольно предложил свои услуги. Благодаря Блейку целый год шла дезинформация по этому каналу. Все основные разговоры, секретные разговоры были перенесены на другие линии связи. То есть Блейк сказал, где он находится? Да. И англичане не могли его вычислить все эти годы? В течение 10 лет нет. Если бы не предательство Михаила Галиневского, бывшего заместителя руководителя польский польской офицер, разведки. Разведчик, сбежавший. Да, на Запад. Он не знал имя Блейка, потому что само имя не расшифровывалось. А вот он знал информацию о разоблаченных агентах. В конце концов, пришло время, и, увы,
одно совпадение, второе совпадение, третье совпадение, десятое, сотое. Дело в том, что это полностью не рассекречено. Вот эти совпадения до сих пор. Слушайте, ну 400 человек, разведчиков, выдает Блейк. И сколько лет? Больше 10 лет, да? Да, больше 10 лет. Англичане не могут понять, кто же главный крот у них в МИ-6. Это человек, который ведет направление. Да. Разведки Восточная Европа, СССР. Блестящий разведчик был, блестящий. Не случайно ему присвоили звание полковника КГБ СССР. Сразу. По совокупности заслуг. И когда его арестовали? В 62-м году. Он был отозван из Бейрута, где должен был заниматься работой против Советского Союза. Да, с позицией бейрутской резидентуры. Он не предполагал, что это провал? Да. У них система отзыва таких людей точно такая же, как и в советской разведке. То есть? В связи с повышением. Его отозвали, так сказать, для консультации в связи с повышением по должности. Его отозвали буквально накануне сдачи экзамена по арабскому языку. Наши, к сожалению, не смогли точно установить, в связи с чем отзывают. А в нашей разведке в Советском Союзе кто знал это имя Блейк? В ряде случаев вообще может знать только один начальник разведки. Высший начальник. Да, самый главный. Самый высший начальник. О том, как Блейк на самом деле бежал из лондонской тюрьмы, а суд английский приговорил его к 42 годам заключения. Как Блейк на самом деле бежал из тюрьмы? Ждала ли его в океане подводная лодка? Как переправляли его через границы? И, конечно, дело Пеньковского.